Привет, друзья! С вами опять я, Владимир Коваленко. И сегодня я буду делать видеоответ. Видеоответ на вопрос подписчика, а точнее даже не одного подписчика. То есть я даже не сосчитаю, сколько человек уже задавали этот вопрос. Но как бы не было возможности показать, сейчас вот я заехал к товарищу, своему знакомому, также коллега по YouTube у меня. У него также канал, ведет свой канал, занимается строительством. То есть вот построил себе дом, уже не один. То есть если интересно, заходите, ссылочка будет в описании этого видео. Заходите на канал, подписывайтесь, много полезного для себя подчеркнете. Ну а теперь по существу. То есть заехал, буквально глянул на вот этот угол и сразу же вспомнил, что был такой вопрос. То есть обратите внимание, да, идет вот такой половинчатый кирпич у нас в кладке. Какой вопрос задавали? Задавали вопрос: Владимир, а как же сделать четкую перевязку, да, симметричную, если кирпич половинчатый, то есть не 120, если с угла вы завязываете, у вас уже пошла идеальная перевязка. Здесь идет смещение. С угла, чтобы не было, то есть смещения, да, по шву, то есть смещение по шву, что делать? Ну, вы, наверное, уже и сами заметили, то есть видео буквально краткое будет, такой видеоответ, но по существу делается, подрезается трехчетверочка. Подрезается трехчетверочка как раз к центру. И получается вот такая идеальная перевязка. То есть с угла выкидается трехчетверка. Как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть это идут трехчетверки туда и сюда у нас идут трехчетверки. То есть вот такого половинчатого кирпича. Все элементарно и просто. Не нужно выдумывать и изобретать велосипед. Режете трехчетверочку. Конечно, да, желательно аккуратненько ее делать, аккуратненько подрез. То есть вот ребята делали ему этот дом. В принципе, здесь аккуратная кладка, аккуратненький подрез сделан. Раскладка сделана, как всегда, на сухую. То есть крутили-вертели, вышли вот к такому способу. Все правильно сделали. И, как вы видите, да, уже идет дальше, уже идет дальше. Идеальная, то есть перевязочка. Все по центру идет дальше, полностью по всей стене. То есть и на всех углах сделано, то есть один вариант сделан, это трехчетверка. Все, делайте, режьте трехчетверку, не изобретайте велосипед, и у вас будет отличная перевязка. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, если понравилось видео, ставим лайки. А я прощаюсь с вами, как всегда, ненадолго. Встречаемся в следующих новых видеоуроках. Пока! А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, качайте мини-курс, проходите по ссылке.